ответ на предыдущий розыгрыш, я бы купила себе последний образ. Всем привет! Я Анастасия Белеза, профессиональный стилист. И ты на моем YouTube-канале. Сегодня суббота, а это значит, что мы идем подбирать образы для девушек. Досмотри это видео до конца, и тебя ждет кое-что интересное. А сейчас пойдем с ними знакомиться. Девочки, знакомьтесь с нашей первой героиней. Ее зовут Анна. Она визажист. И скоро у нас будет совместный урок. Образ собрала у нас сама героиня. Вот, если использовать другой ремень, просто если посмотреть, то ремень тоненький, взять ничего такой более видно, плотный, да? Такой ремень, это будет очерченная талия, очень красиво будет смотреться. Также ремень можно надеть даже поверх пиджака, я бы взяла под цвет пуговицы, они такие коричнево-шоколадного цвета, вот было бы очень классно. Внимание, какой мы первый образ собрали нашей героине, нашей Анне. Аня у нас человек творческий, поэтому она попросила у нас шляпу. Мы собрали образ специально со шляпой. Все оттенки ей, безусловно, подходят, потому что они такие припыленные, не кричащие. Поэтому оценивайте, ставьте лайки и пишите свои комментарии, как вам этот образ. Второй образ очень универсальный, видели, что можно и с ободком более нарядный вечерний выход сделать. Ну, кто-то не на вечер одевает, а в повседневной жизни, кто любит яркие краски. Если снимаешь ободок, это такой образ универсальный и на работу, и на свидание, и в кино, и на свадьбу. Ну, очень классно. Я считаю, что у каждой девушки должен быть правильный костюм, который будет играть долгую-долгую службу. Третий образ можно одевать в пальто. Я показала вариант, как его стилизовать, такой цвет с другим цветом пальто. А шляпа по запросу Анны. Такой теплый, уютный образ получился, мягкий, в мягких оттенках, которые, безусловно, подчеркивают всю природную красоту нашей героини. Я очень рада, что вообще я оказалась сегодня здесь и сейчас с Настей. Я очень ей благодарна за то, что она мне показала этот клевый магазин в Лоране, то, что она подарила мне столько классных образов. У меня был запрос на шляпу, был запрос на пальто. И вообще я не ношу аксессуары в обычной жизни. Посмотрите, как они мне идут. А тот костюм серый с брюками, я тоже брюки не ношу, но благодаря Насте я прям влюбилась и покупаю этот костюм. Спасибо, Насте, большое. Наша вторая героиня, ее зовут Татьяна, она работает в банке. Сегодня мы будем подбирать для нее максимально комфортные и базовые образы. Только подобрали солнечный образ для нашей Татьяны, и они, безусловно, подходят, потому что у нее не сильно контрастная внешность, но такие теплые оттенки ей очень-очень идут. Второй образ для Татьяны, также в таких теплых, спокойных оттенках. Обратите внимание, у нас задействовано одно и то же пальто. Мы собираем такую хорошую базу, которая будет служить очень долгое время. В этом магазине, как раз в Uniqlo, очень хорошо подбирать именно базовые вещи. Это расширенная линейка и по цветам, и по фасону.
Третий образ у нас получился максимально светлым и теплым. Добавили нотку такого изумрудного, но в то же время перепеленного цвета, который также подходит нашей героине. Оцените образ, пишите ваши комментарии, как вам нравится, не нравится. Образы были очень теплые, уютные. Думаю, что вряд ли смогла бы себе подобрать такой стиль, такие модели, потому что все-таки да, поход по магазинам со специалистом, человек, который в этом понимает, это совершенно другой мир, и все совершенно непривычно, необычно, и в общем, круто. Вы посмотрели, какие образы мы подобрали девушкам. Они абсолютно разные. Пиши, какой образ тебе понравился больше всего. Это еще не все. Я решила, что когда мой канал наберет 20 тысяч подписчиков, я подарю 15 тысяч на шопинг. Неважно, из какого ты города, мы с тобой пройдемся по магазинам. Что для этого нужно? Подписывайся, ставь лайки, пиши комментарии, будьте активной и следи за новостями.